Это диптих. Двухстворчатый складень достаточно большого в сравнении с другими работами Ван Эйка размера. Какие были наружные створки диптиха, неизвестно. Картины начали писаться за 2 года до Генского алтаря, и еще 3 года работы велись параллельно. Если вспомнить, это было время разработки концепции и структуры алтаря при участии обоих братьев. Можно подписать эту работу 2 именами – Губерта и Яна Ван Эйка. Тем более, что стиль многокрасочной ювелирной живописи, свойственный Яну, здесь еще не представлен в должной полноте. В то же время сказать, что решение обоих тем традиционно для Северного Ренессанса тоже нельзя, потому что Северного Ренессанса как такового еще нет. Но об этом чуть позже. Сейчас о другом. По композиции обе картины трехчастные. Распятие на кресте было позорным и мучительным. Так казнили лишь отъявленных злодеев, разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Из Евангелия. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним 2 других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Евангелист Марк дополняет описание. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм, и в 3 дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Евангелист Лука дает несколько иное дополнение. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Как видим, расхождение между написанным и изображенным не все верно. Мучение распятого человека невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду и смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на кресте по несколько дней. Даже исполнители казни, обыкновенно люди жестокие, не могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питье, которым старались или утолить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно притупить сознание и облегчить муки. По еврейскому закону, повешенный на древе считался проклятым. Начальники иудейские хотели навеки опозорить Иисуса Христа, присудившего его к такой смерти. Когда все было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа. Это было около полудня, по-еврейски в 6-м часу дня. Когда же распинали его, он молился за своих мучителей, говоря: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают».
При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, почитавших Его. Невозможно описать скорбь Божьей Матери, видевшей нестерпимые мучения Сына Своего. Иисус Христос, увидев Матерь Свою и Иоанна, здесь стоящего, которого особенно любил, говорит Матери Своей: «Жено, вот Сын Твой». Потом говорит Иоанну: «Вот Матерь Твоя». С этого времени Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом и заботился о ней до конца ее жизни. В сцене последнего суда художник свободен, ибо в апокалипсисе дано не описание, а откровение, богословская трактовка понятий. На греческом языке апокалипсис означает откровение. Так называется книга святого Иоанна Богослова, завершающая Новый Завет, где таинственно приоткрываются грядущие судьбы человечества. Это слово говорит о том, что знание о конце человеческой истории – не простое человеческое знание, а знание, открываемое Богом, неотъемлемая часть его промысла о людях и предвидение грядущих судеб человеческой истории. На картине изображено: Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, восседает на величественном престоле Своем. Два ангела в белом и черном одеяниях держат за Ним крест распятия, с унижающей достоинство Иисуса Христа надписью. Еще два ангела держат орудия страстей Господних, копье, которым проткнули Его тело, палку с губкой с уксусом, терновый венец, розги. На теле Иисуса видны следы от ран в подреберье, на ладонях и стопах, возникших от того, что Его к кресту прибивали гвоздями. Раны горят, полыхают пламенем, это наполняет Его сердце гневом. Судя по бесстрастному выражению лица, Бог Сын исполняет должное. К нему с просьбами сменить гнев на милость обращаются Богоматерь и Иоанн Креститель. Над головами всех троих нимбы, символы святости и величественности. Девять ангелов трубят, возвещая начало последнего суда по названию картины. Этим, пожалуй, исчерпано содержание происходящего на высшем уровне суда, где действует сам Сын Человеческий. Средний уровень суда – церковный, определяющий праведность или греховность подсудимых. Заседание церковного суда проходит под руководством двух ангелов. В нем принимают участие 12 апостолов, восседающих на скамьях, как в церковных хорах. Приглашены на суд святые жены, великомученицы и высшие иерархии церкви. За ними справа стоят миряне, по-видимому, претендующие на признание, что их жизнь была прожита праведно. Слева виднеется толпа обнаженных в неблагонадежности своих грешников, по-моему, возглавляемая Евой и Адамом. Решение суда вершит архангел Михаил в рыцарском облачении с диадемой святости на главе. О страшном суде своем говорит сам Иисус Христос. Наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения. Так все и происходит на среднем уровне картины. Земля и море отдают мертвых на суд Божий. Нижний уровень последнего суда – изображение ада.
Говорят, похоже на видение Босха. Похоже особенно, если учесть, что Босх будет писать эти видения через век после Ван Эйков. Но здесь, по всей видимости, изложена концепция Ана, что станет развиваться в последующем мировом искусстве. Концепция заключается в том, что души и тела грешников отдаются в аду на растерзание собственным грехам, оживающим, превращаясь в невиданных на земле чудищ. Можно отметить, что подобные видения могли возникнуть лишь в пору действия Святой Инквизиции. Инквизиция жгла еретиков, обвиняя их в чудовищных преступлениях. Эти-то чудовища и стали воплощаться в произведениях художников, наделенных обостренно развитым воображением. Вид опустевшего Иерусалима, жители которого ушли посмотреть на казнь Бога Сына. Только всадник летит с вестью к Пилату. Марк Тулий Цицерон в своих сочинениях называл распятие самой ужасной из всех казней, придуманных людьми. Во время распятия тело человека повисает на кресте таким образом, что точка опоры оказывается в груди. Когда руки подняты выше уровня плеч и человек висит, не опираясь на ноги, вся тяжесть верхней половины тела приходится на грудь. Из-за этого напряжения кровь приливает к мышцам грудного пояса и застаивается там. Мышцы постепенно деревенеют и сдавливают грудную клетку. Они не дают расширяться диафрагме, поэтому человек не может набрать легкие воздуха и начинает задыхаться. Такая казнь могла длиться сутки и более. В большинстве случаев осужденных просто привязывали, а иногда прибивали к кресту. Кованые и граненые гвозди выбивались между лучевыми костями руки, рядом с запястьем и в ноги. В Евангелии сказано, что страдания Христа продолжались около 6 часов. Чтобы ускорить казнь, стражи или палачи нередко перебивали распятому голени мечом. Человек терял последнюю точку опоры и быстро задыхался. Иисусу голени не перебили. Говорят, до Ван Эйка никто не мог нарисовать рая. Стоит сказать, что до него никто не мог нарисовать и ада, как явление фантастично-реалистичного.